10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Elder Titan. Dire team pick. Доброго времени суток всем, дорогие друзья, с вами вновь Каспер, с вами вновь StarLadder TV. Мы продолжаем смотреть Star серию, вернее, потихонечку подходим к завершению сегодняшнего игрового дня Европейского дивизиона. И последняя игра на сегодня, Goomba Gaming против Lions. Составы на ваших экранах: Lions, Huntskin, Ape Mother, Seal Kid, Era, Yonasom Fan. Ну и Goomba Gaming, Airman, Gasha, Chill, Exist и ED. Команды в относительно хорошей форме. Lions, мне кажется, сейчас вообще неплохо себя должны чувствовать. Они последние пару каток хорошо провели. Даже несмотря на то, что в некоторых потерпели поражение. Но Goomba Gaming только что показали, что вроде они играть умеют. Хотя, по большому счету, у Polar... Ну, шансов проиграть там, они, конечно, были, можно было закинуть, где-то ошибиться, но победили более или менее уверенно, да, там изи катка, как обычно, в конце пишется после 75-минутной игры. Ладно, новая игра, новое все, Best of 1, кто выиграл, тот, собственно, и умничка. Стадия драфта, первый пикабаны потихоньку подходят к концу, Джакира, Брюмастер, Огрмак и Скайрас, Мейдж. В этом матче принимать участие не будут. Ну и в пике уже есть Elder Titan, Ancient Apparition от Goomba и Винга... Чё, Винга Пак стандартный? Нет, это Винга Шторм. В бан отправляется Пак и, наверное, Void от Lions, я имею в виду. А Goomba сейчас кого не захотят видеть? Возможно, забанят дровку. Она еще здесь актуальна, скажем прямо. И Шторм нормально будет наваливать. Ну и, собственно, все остальные. Возможно, думают сейчас больше над вторым баном. Ну, еще остаются Тайды, Думы. Это на случай... Ну, пока... Хускар? Минус Хускар? Тот самый Хускар? Который был буквально недавно. Но который нехило наваливал. Да, Lions отправляют бан Зевсулю. Мне, кстати, очень интересно, куда делся Тайдхантер-то? В чем, собственно, проблема? Друзья, это же герой, который не проигрывает. В принципе, не проигрывает. Reserve time. Ну, пока в бан уходит у нас Брудмазер. Третий пик. Ну что, Void? Или Тайд? Или Тайд Void? Кстати, изрядно уже покоцали бонус тайм Goomba. 30 секунд из практически 2 минут осталось. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. И Ромен, соберись. Reserve time. Ну, это Void. Вот надо было так долго думать, чтобы взять того героя, про которого я сказал еще, когда вы там не банили даже. Ну и среди вариантов на суппортинг, если уже речь идет о конкретном серьезном замесе, естественно, остается такой вариант, как Witch Doctor. Опять же, для Goomba. Ну, естественно, я рассматриваю сценарий голливудского боевика, когда пятеро попадают в хроносферу, они после чего... После чего по ним по пятерым попадает ультом Apparition, потом их стягивает в разлом пятерых, естественно, Elder Titan.
Ну и Вич-доктор Дезвардом всех убивает. Как обычно, в принципе, бывает. В каждом папочке такое. Ну ладно. Сейчас начнут типа претензии, типа, да. Ты что, тут же профессиональные игроки? Ну, на самом деле, правда. Хотя, много было матчей, когда и топовые команды ошибались в плане позиционирования. Там просто ловили и убивали. Ну, это Дизраптор. Такая своеобразная подмена Вич-доктору. Тем не менее, герой неплох. Во-первых, он, кстати, неплох, потому что шторма можно сразу же отправлять, если тот вдруг чересчур много будет прыгать и далеко, например, залетит, на большую часть маны пролетит. Собственно, отправь его назад, ты фактически делаешь минус один в замесе. То есть герой, который фактически не участвует в нем. Это значит, нет урона, значит, нет дизейблов от него там и прочих вещей. Лайонс, кого сейчас захотят себе забрать? Они забирают Энигму. Окей. Тоже юнит, которого мы наблюдаем не так часто. Так, сейчас, секундочку. Пытаюсь вычитать что-нибудь интересное в твиттерке, твиттерочке. Кстати, не забывайте туда писать. Да и в принципе, все, что вы пишете, в основном, ну, даже не в основном, почти все, что вы пишете, мы, естественно, читаем, и я, и Вилат. Просто не всегда есть нужда отвечать, или ретвитить, или бросать в избранное, или все вместе взятое. Но, тем не менее, вы пишите. Нам интересно знать ваше мнение по поводу различных вещей. Так, ну, Гумба заманили кентавра последним, а сейчас Лайонс минус... Все-таки минус Тинкер. Все-таки они заработали этот респект-бан. Ну все, Тинкера нет, ливайте. Или Мипер. Всегда есть задрот, который играет только на Тинкере и на Мипере. Все это прекрасно знают. Времени остается все меньше и меньше, тем временем у РМН на выбор уже менее 20 секунд, менее 15. Сейчас пойдет финальный отчет, прям как на Новый год. Давай. 5 seconds remaining. Это Нага-сирена! Ага! Ну, получается, у нас, да, Элдер Титан сложная, Войд легкая, Сирена мид, судя по всему. Ну, такой медленный, но мощный пик на замес. Тот, который мы, в принципе, привыкли видеть с вами в большинстве матчей, таких, да, суперсильных команд. Ну, возможно, и эти коллективы смогут нам продемонстрировать нечто впечатляющее. Хотя бы в плане замеса. Ну, у Lions еще есть, конечно, время на выбор героя. Еще полторы минутки у них остается. Ну, вообще должен быть синий герой. Либо синий, либо нет. Да, это синий герой, слушайте, я угадал. Ладно, это такой серо-сине-зеленый. Но тем не менее, тенденция сохранилась. И Phantom Assassin ластпиком для Йонасом Фэна. Эра будет, я так понимаю, на фармящем шторме. Или что это? Или вообще фантомка в сложной? Да не, бред какой-то.
Да, вот вам пока немножко статистики по этим командам. Ну, как вы видите, Lions тоже недалеко ушли от показателя КДА, близкого к единице, и к тому, что умирают они почти столько же, сколько и убивают. Ну, а вот Гумба умирают чаще, чем убивают. И это, ну, скажем, стата такой себе команды, не самой лучшей на планете. Ну вот она, турнирная таблица, где Lions, вы видите, на 7-й строчке 5-1. И, естественно, Гумба пока только на 13-й позиции. Для Гумба это, между прочим, уже 13-й матч. То есть им остается еще две каточки сыграть, и все. И они закончат участие в этом сезоне. Пока что судьба их неизвестна, куда они отправятся, вниз или останутся еще в Стар-серии на один сезон. Да, ну, возвращается Гаш пока в игру. Давайте поглядим, кто будет у нас играть за Lions, на ком и кто куда пойдет. Вот это очень любопытный момент, как вы могли уже заметить. Ну давай же, забирай. Игрок, забирай героя. Вот он забрал Ancient Apparition. Ну, ребят, соберитесь. Все, гоу-гоу-гоу. Так, по героям. Эра будет фармить на Шторм Спирите. Скорее всего, даже в легкой. Эйп Мазер отправляется в мид на Вайпере. Да, Йонас Умфен уходит в сложную на Фантом Ассасин. Очень интересное решение. По-другому я сказать не могу, потому что привык я этого героя видеть в основном на позиции, которая видит хоть иногда крипов. В данной ситуации это будет проблемой. Хотя тут все еще не настолько определено. Потому что Void фантомку вряд ли сможет серьезно гонять. Чил, ЕД, два таких суппорта. Ну, ладно, если Дизраптор еще может нормально хоть там ХПшечкой размениться, как-то напрягать, то вот Чил это суппорт, ну, не самый лучший для того, чтобы кого-то гонять. Тут Эра, Глимпс. И это минус Эра. Вот так вот, друзья. Хороший, удачный очень выход. Ну, немного поспешил Эра. Увидел он людей, на самом деле, достаточно рано. Вот где-то они еще здесь шли. После чего вот этот вот такой длительный был обход. Как по мне, небольшая ошибка со стороны Штормана. Было просто разворачиваться и убегать. Я не к тому, что он там что-то сильно потерял, или к тому, что враг что-то сильно приобрел. Хотя, кто там вот забрал минус, это сделал Чил. У него вот появится тапок, например, почти прямо сейчас. Так, ну и давайте уже финальную версию по линиям. По линиям у нас все-таки Void будет стоять в сложной вместе с Гашей и ЕД против Шторма и суппортов, судя по всему. А нет, Шторм ушел на топ. Шторм ушел на топ. Йонас Умфен куда? На легкую улетает. Да, вот Lions мне нравится. Почему? Потому что как только они видят дискомфорт на линии, или как только они видят, что что-то пошло не по плану, они меняют свою игру. Они не так, что пришли на линию. Блин, да, линию терпеть придется. Что же делать? Купить телепорт и улететь. Это все очень просто. Вот в чем дело. Да, некоторые команды попадаются упертые. Они действуют по такому же принципу. Они покупают телепорт и гоняются за вами. У нас сегодня была подобная игра. Но все же не делать ничего. Порой это хреновая затея. И у нас частенько бывают ситуации, когда команды изначально не угадывают там линии, как-то идут кривовато и просто остаются до конца игры. И в результате очень сильно страдают. Так, ну, Чул приехал. И так вот аккуратненько его Эра добивает. Что там у Эры? Рецепт на Soul Ring. Я думал, может, сейчас там Мидас какой-нибудь супербыстрый на второй минуте. Мидас на второй минуте. Это был бы серьезный показатель весьма. Ну ладно.
Что-то я думал, у меня уже подвисло. Нет, все, все отлично. РМН. Стандартная такая себе нагосирена. Стандартно фармящая, стандартно иллюзионирующая. Такая же стандартно фармящая и идолонно делающая Энигма в лесу. И такой вот чайка дизраптор. Его, естественно, видят. Деревьев-то нет. Винга забирает хасту на топе, отправляется дальше быковать на топ. Кстати, чила тут сейчас убьют. Возможно. Да-да-да-да-да, Винга забегает. Винга должна давать стан. Она его дает. Есть минус армор. Но шторм дальше не пошел. Хотя мог, наверное, но решил не рисковать. Так, у Энигмы дела, я так понимаю, обстоят не слишком шоколадно, потому что спаунов у нее осталось не так уж и много. Ну, сейчас был бы Малифайс, как бы больно здесь было еда. Он, может быть, даже погиб бы. Ну, а Фантомка терпит. У Фантомки сейчас не самые лучшие времена, тем не менее, убить ее тут не так легко. Все-таки там мясы и прочие вещи. Плюс она еще не выходит из-под вышки, только периодически вот так вот ножи закидывает. Да, ну да, скоро пойдут ножи еще лучше. Ну и что у нас получается? Получается итоговые линии 2-1-2 у Lions. Это шторм с Вингой в сложной и Патма. С... Ой, Патма. И Фантомка с никем. Теоретически там должен быть второй суппорт, но практически это Энигма, которая просто фармит в лесу. Ну и в миде Вайпер. Такая слабая получается Фантом Ассасин. Ну а что поделать? Приходится, приходится терпеть, страдать ради команды. Угу. Так, что там у нас по рунам получается? Внизу пока дизраптор караулит. Внизу баунти рунка появилась. Так, ну экшена ожидать тут, наверное, стоит разве что от команды Гумба. Гейминг все-таки у них более или менее инициирующие персонажи. Это и Void. И дизраптор, а у Lions что есть? У Lions есть, конечно, шторм врывающийся, но ему для того, чтобы врываться, еще нужен левел, еще нужно попотеть немного. Ну и у нас первая, скорее всего, смерть для Винги, которая сейчас заедет, да, так и есть. Очень просто ее забрали, реально дешево. Что она там делала? Но у нее варды были. У нее было два варда. Возможно, она как раз выбирала позицию для наиболее подходящего вардинга. Так, и врыв готовится на Войда. Но какой нафиг врыв? Там пятый уровень шторм, третьего уровня Винга. Войд просто постоит, посмотрит на них и уедет. Да, что-то где-то пробили, окей. Но, видим, ничем фатальным для Войда это не закончилось. А должно было! Но, видимо, не в этот раз. Так, сейчас еще буквально один момент, прошу прощения. Да, возвращаемся в игру. Ну, Фантомки тут дела уже начали получше идти, определенно, с того момента, как ушли с линии, ушел, собственно, Void. Да, у Войда уже Мидас появляется. Да, а здесь просто сейчас начнут ее подгонять периодически, верно? Верно. Но крипов она уже начинает добивать. Следовательно, денежка появляется. Следовательно, можно сейчас будет... Ой, нет, нельзя будет ее сейчас тут убивать. И идти некуда. Потому что есть глимс. Потому что есть чилинг тач. Это уверенный фраг. Также вы, возможно, заметили попытку убийства Эрмена, который наг сирена.
Но Tumble Sleep. И сквозь Sleep пробивать также нечем. Бремастера в этой игре нет. Омника с репелами здесь тоже нет. Да, ну Войд с Мидасом. Он на 6-й минуте, точнее на 7-й минуте уже 6-го уровня. Деньги у него, естественно, уже стабильно теперь появляться начнут. Так что неплохо все у Гумбы. Конечно, рано включать какие-то там графики, на них мы все равно толком ничего не увидим. Кстати, встреча на Нижней Руне, нашли Экзиста, вот как раз того самого Войда. Но сейчас таймлок прокнет. Таймлок не прохнул, и отлично уходит Войд из-под хроносферы, ой, из-под хроносферы, из-под блэкхола. В результате РМН еще и делает минус, но и его, скорее всего, убьют. Прячется за елкой, прячется и спрятался. Да ладно? И еще гонит Вайпера. Гонит, но не догонит. Там идет Эра в лоб. Но Эра также прыгать особо не стал. В общем, неплохо Гумба, по сути-то, подрались. Опять же, вот так вот на острие ножа действуют. Шторм очень хочет забрать сейчас нагу, он ее реально заберет. Если захочет еще чуть сильнее. Пока что проблема у ЕД и Глимпс. Весьма своевременный Глимпс. Шторм потратил всю свою ману. Вот то, о чем мы и говорили. То есть Шторм влетел, Шторм там раскастовался, что-то поклацал, попотел. Тебя прас, просто бац, в Глимпс. И ты как бы у стартовой отметки, только уже пустой. И что ты будешь делать? Ничего. Dire's bottom tower is under attack. Ну, Phantom Assassin, кстати, возможно, тоже стоит собрать Мидас себе, если будет такая возможность. Но все-таки игра будет клониться в лейт, фантомка, лейт. Вещи весьма схожие. Да, Париж он уже тоже 6-й получил, уже слышали, ну, там первые ульты залетали. Ну, вновь, ребята пока не особо стараются быковать. Вот сейчас будет хроносфера через 5 секунд, и, скорее всего, Экзист хочет ее использовать. Да. Встреет, очень сильно встреет сейчас Фантомка. Есть чуть ли тач, и все, это минус. Ну, так вот просто. Понимают Гумба сильные стороны своих персонажей и стараются их использовать как можно чаще. Видите, только одна хроносфера была недавно, только она откатилась сразу же. Еще одна. Так что эти ребята, видно, не первый раз зашли в дотку катать. Опять же, тучи сгущаются в миде. Очень горят желанием сейчас Lions забрать вышку, тир 1. Не особо может в этом помешать нага Сирена, вернее, она может больше припугнуть, наверное. Да, там у нас что-то Баришин погиб от товарища Йонасом Феном. Видимо, просто далеко зашел. Темпларка таких не отпускает. Но это... Да что у меня все эти темпларки, фантомки, все перемешались, люди-кони. Эра зашел, хорошо поймал Чила. Чила продолжает пробивать, Soul Ring прожал и в результате остался на очень лоу хп. Продолжает гнаться там за ЕД, еще. Получает, у него просто подрубленный реген у Эры. И поэтому он вот так вот боковато действует. Еще должна быть инфа о том, что где-то там тусуется Экзист. Экзиста убить. И убивает. У него до сих пор работает реген. У него почти весь замес проработала руна регенерации, которую он использовал из ботла. Это же просто жесть, друзья. Жесть как она есть. Ну, а там пока барабаны появляются у Нага Сирены. Тоже приобретение не бесполезное.
Ну, просто я вот смотрю, например, крипстаты, самые высокие, они пока находятся у команды Lions. По деньгам Void затесался в эту тусовку, но... Не знаю, один Void вытащит, не вытащит эту игру. Пока шанс, конечно, есть. Так, тут наш Storm Spirit зашел, ищет себе жертву. Жертва вот стоит. Увидит ли Шторм сейчас Апаришина? Да, должен был видеть. Шторм сам улетает. Вот так, тут сеточка. Шторм опять улетает. И... да, все-таки скрылся он с поля боя. Вот, мы совсем забыли про этого персонажа, который находится чуть-чуть ниже Нага Сирены. А Нага, если что, она как бы фармить должна была. В результате Фантом, конечно, сейчас, скорее всего, погибнет еще раз. Потому что порядочное количество миссов сработало, несмотря на то, что пассивочка вкачана только на один. И Black Wall должен быть под Midnight Pulse! Просто чудовищное количество дамаги! И это минус 2 от Lions в размен на Phantom Assassin. Шторм начинает сноуболить очень сильно. Зарабатывает еще немного денег наряду с Энигмой. И они еще и экспулечки нехило поделили между собой. Кстати, Вард стоит, который видит Гашу, который дает всю инфу об этом Гаше. А Гаша также покупает Мидас. Вот она, новомодная тенденция. Возвращается вновь Мидас в дотку. Оно неудивительно, айтем-то в принципе неплохой, потому что на вот таких суппортах, как я уже говорил ранее, да, когда ты особо в бою участие не принимаешь, тебе пофиг, что там, Фростаф или Мидас. Просто Мидас тебе дает бонус к фарму, в отличие от этого самого Фростафа. Если игра еще и затягивается, то ты там аганим какой-то собираешь достаточно легко с Мидасом. Так, тут Энигма встреет. Слишком далеко зашел. Ну, еще и Soul Ring нажала эта Энигма зачем-то. Сегодня у нас постоянно все нажимают Soul Ring перед смертью. Не знаю, чем это обусловлено. Ну, вот сейчас серия отдач произошла со стороны Lions. Грустно, что они подобное допускают. Так, и готовится к нападению еще и Phantom Assassin. Причем очень четко только что Сирена проверила возможные локации местохождения героев вражеских. Что тут мом Воида? А Воид с такими успехами, если он собирает себе каким-то непостижимым образом быстрое-быстрое МКБ, Фантомку он будет убивать за хроносферу. Мы это тоже уже обсуждали, то что зачастую ты не особо задумываешься над плотностью, играя на Phantom Assassin. То есть Void просто, если соберет хороший чистый ДПСик, сможет нормально разваливать. Проблема в том, что его тоже будут нормально разваливать. Ну вот, наконец-то Мидас у Апаришина. На 16-й минуте немного затянуто, но пойдет. Пойдет. Так, и готов уже 11-й уровень. Вторая хроносферка, соответственно. И также ульт Апаришина готов. Вот он, Void. Войд только ждет, когда хоть кто-то набросится на лыжку для того, чтобы ворваться на этого кого-то. Кто тут может навредить Войду вне хроносферы? Ну, вот, сейчас Винга будет, скорее всего, свапаться. Нет, Винга даже не успела свапнуться. В результате тут сейчас все и умрут, наверное. Ой, как же много миссов срабатывает по этой фантомке. В результате Войд погибает, но и Йонас Умфэн тут тоже должен умирать. Отпивается ботлом, но ботлом мы там регулярно сбивали. И Астрал Спирит от Чила завершает этот замес. Конечно, можно было еще попытаться поубегать от Вайпера, но вот трипл килл. Трипл килл. Элдер Титан тут нехило выехал. У Элдера уже 6-3-4. Такой вот любопытный получился
оффлейн, изи, элдер титан. Я к тому, что менялись ребята линиями, там постоянно все, все меняли. Что тут у Эра? У Эра уже на подходе Орхид. Да, Орхита 2 соточки голды. Not bad. Ну и поймали еще и шторма здесь. Шторм, кстати, мог бы, наверное, попробовать с этой стороны как-то вщемиться. Там был небольшой зазор, возможно, на котором не работал Silence, но он уперто упирался в барьер. Ну, не знаю, не знаю, можно было попробовать туда подойти. Ладно, 8.13. Теперь уже, думаю, можно посмотреть на графики. Все-таки 18 минут уже почти прошло. Видим, что Lions вели. Причем неплохо они начинали выходить вперед. Но Гумба сделали такой себе микро-камбэк. Да, деньги у нас продолжают идти к нулю. По опыту уже Гумба вообще впереди. Ой, это у нас фэнтези-поинты, они нафиг не нужны в этой игре вообще, наверное. Такс. Что там у нас у Вайпера? У Вайпера почти готово гоним. Достаточно неплохо. Да, на первом месте он по нетворсу, 7,5 кусков стоимость этого героя. Так, ну и Вайпера как раз, который достаточно неплохо только что и забрали. Видимо, слишком беспечно далеко вышел. Что там вообще по товарам? Какой план действий? У Lions план действий в следующем. Фантомка качается, всех убивает. У нее есть помощники в лице Шторм Спирита, а также Энигмы, которые будут всех там стягивать и точно так же помогать бить. Все, весь план. У Гумбы все немного более изысканно. Войд должен лететь, поймать как можно больше людей. Дальше туда залетает разлом, ультенша топоришина. Еще какой-нибудь кинетик филд с сайленсом. И все это просто супер круто горит и погибает. Ну, мы уже видели, как Лайон с подобной такой простой тактикой нормально одолевали сильных оппонентов. Да, там, кстати, мегакилл у Элдер Титана сбили не так давно. Ну и вот они, деньги. Апаришин, у которого уже 1500. Сейчас там Point Booster, например. Потом стандартные Ogre Club, там Staff Wizard и прочее, прочее, прочее. Ну, собственно, команда осознали то, что необходимо им еще немного подфармить. Особенно вот герою типа Phantom Assassin, которая на какой? На 7-й строчке по фарму сейчас находится. И определенно нужен фарм. И ее сейчас еще убить хотят. Там уже готов прыгать Void. Void прыгнул. Хорошая очень хроносфера. Много миссов. Но и таймлоки очень хорошо работают. Ну вот, вот так вот как-то, друзья. Ну что, ответный выход на топ, правда, наверху никого нет. Все находятся либо внизу, либо вот такой вот одинокий ходун. Элдер Титан. Ну что, куда вы отправляетесь? Энигма пока чужие леса фармит. У Энигмы уже, наверное, даггер. Не знаю, но мека даггер штука хорошая. Проблема в том, что БКБ нужно. Определенно нужно БКБ. Нужно для того, чтобы дизраптор блэкхолы им сами не сбивал. Ну и так, очень-очень-очень осторожно сейчас действует. Мы видим очередное нападение. Опять же, непонятно от кого, то ли это гумбы напали, то ли ребята из Lions. Вот,
как бы глимпс в действии. Только-только-только Энигма там прилетала, и сразу же ее отправили назад. И Эра неплохо, кстати, пострадал. Если бы чуть более таймингово слип Нага отжала, возможно бы Шторм погиб. Даже невозможно, он бы реально погиб. Все-таки там четвертый уже Астрал Спирит и там Эхо Стоун. Ну, во-первых, просто от нифиг делать. Вот аганим есть, мана есть. Почему бы не поплеваться ультами в какого-нибудь аппарата несчастного? Он пусть мучается и думает, куда ему спрятаться и как ему избежать этого. Тем временем уже Сакрат готов у Эрмена. Не помню я, насколько Эрмен хорош на этом персонаже. Ладно, опять у нас начинается коллективный, дружный тимфарм. Опять команды пытаются набрать критическую массу, хотя вот мы видим у Элдер Титана до следующего айтема еще 1005, наверное, фармить всего лишь. Эти ребята тоже особо в фарме, наверное, не нуждаются, а Нага Сирена... Для нее типа надо создавать пространство. С другой стороны, Lions не давят, поэтому пространство создается само по себе. Так, фантомочка сейчас уже с БКБшечкой почти. Ой-ой-ой, как больно-то! Едва-едва не сгорело. Так вот, с Блэкинг Баром-то будет себя чувствовать она намного комфортнее, без всех вот этих глимпсов, этих штормов. По-прежнему остается проблема хроносферы и там той же сеточки Наги, но от нее никуда не деться. Потрясающие зрелищные матчи. Не, ну ладно, 9-16 на 24-й минуте, это еще не самое худшее, что может быть. Все-таки парни действительно стараются, вот, например, идет нападение на Аэру. Два таймлока подряд, три таймлока за столь непродолжительный промежуток времени, это действительно твердость. Так, и Энигма, очередной отличный Black Hole, правда, что в этот Black Hole-то вносить? Вносить в него просто нечего. Пошел слип, и неужели Энигма выживет? Что вообще происходит? Улетают Гумба Гейминг в очередной раз, причем улетают, выглядит это... Ну, не знаю, вроде бы тут просто пойти, забрать Энигму, забрать Вингу, в Black Hole дамаги никакой не было. Просто не осталось, не оказалось остальных членов команды рядом. Ну вот, это уже их проблема. Так, вот хроносферку. Вышечку забрать пытается. Шторм, ты куда полетел? А, вот он куда полетел. И, кстати, качественно ведь полетел. Абсолютно без шансов каких-либо для Нага Сирены. Шторм разбирается с ней. Ну и скоро еще и 16-й получит, будет летать еще шустрее. Да, на самом деле вся суть, по крайней мере, именно этого матча, она заключается в том, чтобы набрать критическую массу. Ну, не то чтобы, как зачастую бывает, как вот бывает с конкретно таким вот набором героев. И пойти идеально исполнить с вот этим вот Войдом. Но Войд пока играл очень неплохо. Конечно, хвалить чересчур сильно не будем, а то мало ли еще... Зазнается, хотя болельщики Lions, коих, я уверен, сейчас уже очень много, учитывая то, что они берут все-таки вот сложные замысловатые каточки
Много таких карточек взяли. Ладно. Да, ну давать Неги фармить, это тоже, кстати, затея не самая здравая. Почему именно... Так, сейчас у нас быстренько убьют Ханскина. Так вот, почему Нага Сирена вот так спокойно перемещается по карте? Почему она вот так спокойно фармит? Где вот этот гангающий шторм, который хочет восстановить справедливость? С этой красной повязкой на глазах. Вот иди и убивай всех. Вот так вот, свапчик. О, мега-килл. Ну и что происходит? Происходит то, что зарабатывает еще немножко денег себе Гумба и укрепляет свои позиции. И опять же, Нага. Нага, которую в лейте достаточно сложно убивать. Тем более, что без там какого-либо сплэша сейчас будет Фантомка. Фантомка сразу себе решила купить БКБ. Ну вот мы видим, что деньги начинают потихонечку ползти в сторону дайров. Ну, аппарат уже с аганимом. Это, конечно, очень сильно. На 28 минуте у Спорт Париж на аганимчик. Да, какой-то мансинг сквозь Фантома Ассасин, он действительно работает не слишком круто. Там как-то либо в леса нужно было уходить, либо вообще на месте оставаться и просто бить ей лицо как можно больше, чтобы если вдруг кто-то прилетит с телепорта, как вдруг потом оказалось. Угу. Так, ладно, мысль свою не закончил, я уже забыл, о чем я хотел сказать. Уже все, уже слишком поздно, пора эти баиньки. Просто с появлением БКБ у ребят из команды Lions изменится не так уж и много. Изменится только то, что аппарат не будет выдавать дэмэдж как таковой. Ну хотя, нет, я вам наврал. Там, во-первых, Void делает Unstoppable, во-вторых, там же есть Disruptor. Вот, именно тот герой, против которого БКБ подходит пока что наилучшим образом, пока он сам аганим не собрал. Не прокнул башек с первого удара. Ну что, Войд, давай БКБшечку. Или ну его в баню. Или аганим. Не, только что что-то закупил. Это, скорее всего, Блэкинг Бар был, верно? Дредед Гривел. Да, да, так и есть. Для Экзиста летит. Ну, Рошана ковыряют очень долго. Тут бы еще ребята успели подтянуться. Есть мнение. Ну, а Нага использует очередной слип и уходит от преследования. Сколько это будет продолжаться, вот эти вот попытки убить Нага Сирену, я не знаю. В теории вообще должна выходить какая-то там Энигма из Смока, давать сразу же Блэк Холл, и в этот Блэк Холл неистово должны заливать ее тиммейты, которые там точно так же сидели в каком-то Смоке, не знаю, или еще где-то. Так, да, продолжает улучшаться экономика команды Гумба. И по опыту они также продолжают вести. Но тем не менее, пока еще Lions на плаву. Причем более чем на плаву. Enigma наконец сообразила, что нужно Blacking Bar. А то действительно без блэкволов останутся. И как тут драться без них? Ну, взяли бы другого героя. Так, тут почти Линкенсфера. Кстати, а зачем здесь Линкенсфера? Кто может объяснить? А, ну, это же немного другие ребята. Там Глимсы, все дела.
Войд, прыжочек, хроносфера. Хроносфера хорошая, только Энигме попала, но она была с краешку, так что можно было ее забирать. В результате Минга свапается, Минга жертвует своим здоровьем ради этой как раз-таки Энигмы. Энигма или... Нет, пока не Энигма, пока просто Шторм прыгает, и вот он пошел, Блэк Хоул вновь по двоим, Чилл и Экзист встряют, просто-напросто встряют и их уничтожают. Так и есть, там, конечно, еще РМН до поры до времени жил. Ах, чуть-чуть не хватило. Ну, а Шторм Спирит был... Что? Как она погибла только что? Что это было? Лол. Она ведь просто улетела. Ну, ладно, хорошо, погибла так погибла. Я просто смотрел, Шторм умер от нейтралов. Думаю, нормасик. Потом какой-то даблкил. Думаю, вуд. Ну, ладно, хорошо. Ребята-то из Лайонс лучше. Под Вингой это с минус арморочком, с уворотиками дровки. Фантом Ассасин, Рошан забирается очень уверенно, еще и гриды хорошие вылетают. Лишняя экспулечка. Ну и вот, вновь, Лайонс. У них несколько бывает типов ситуаций, да, либо когда они там сильно доминируют, начинают вдруг лютейшим образом пролетать, там, проигрывать в самых элементарных игровых ситуациях. Либо вот как сейчас, они там держатся где-то сзади, а потом просто 1-2 успешных замеса, все, ребята уже на первых местах Нетворса, там ходят просто в бабках купаются. Вновь тимфарм, вновь ничего интересного не происходит. Хотя, нет, я вас обманул. Вот норм Бумба, я уже говорил о том, что... Раньше, вернее, говорил о том, что ребята стараются действовать по возможности как можно агрессивней. По возможности как можно... Что-то вообще чушь. Ладно. Так вот, они действительно стараются подобные вещи исполнять. И кулдаун на хроносфере прошел вот только недавно. Они уже готовы идти нападать. Но спугнули. Спугнули Вайпера. Да, и вот она Нага, у которой 2700, которая общий нетворс в 15500 имеет. И у которой уже на подходе Манта Стайл. Видимо, Alliance просто смирились с тем, что придется им воевать против этой Наги. И у них есть план. Вернее, должен быть план. Если у них плана нет, то смысл вообще был играть эту катку против таких персонажей. А тут минус Гаша. Хорошо, его Штормецкий нашел. Потрясающая игра от Эры. Просто феноменальная. На самом деле, это просто забей. Во-первых, он отдал Вингу, во-вторых, он просто сам только что глупейшим образом погиб. Еще и Энигму тут находят, да ладно! Неужели сейчас всех здесь поубивает? Был только что глимс на Энигму, только чилы поймали. Сеточка, стяжечка, Энигма кастует Блэк Холл, она его даже вроде бы вкастовала, но она сейчас просто сгорит. Так и есть, размен, тем не менее, пока 3 в 3. Там выжил Войд и Нага, как бы два основных героя, здесь точно так же Вайпер и Фантом Ассасин. Давайте поглядим, Fight Recap, видим, кто тут сколько заработал, плюс-минус. Ну, действительно, так и есть, тут в равной степени и там, и там более-менее подхватывали. Dire's top tower has fallen. What a debacle. Такс, БФчик, немножко затянувшийся Battle Fury, но, как я уже говорил, демеджа в тот же Black Hole выдавать особо нечем, сплэш действительно даст подобную возможность хоть какой-то урон наносить, там, паре героев одновременно. Radiant's bottom tower is under attack. Так, что там, кстати, у Наги уже. Мотостал уже готов. Вот сейчас будет талисман ворота. И... просто бабочку, короче. И все. И изи катка.
Но пока еще держится. Пока еще Lions держится. У нас сегодня подозрительно затяжные катки. Зачастую у нас на 36-й минуте уже бараки падают. А здесь даже тир 2 еще стоят. Ну что за беспредел? Команды, соберитесь. В конце-то концов. Что за терпильство? Я не знаю, может уйти просто на 20 минут, потом вернуться. Потому что я это уже видел сегодня. И результат там был вот реально такой, что пацаны еще фармили 25 минут, вместо того, чтобы пойти и подраться. Где мой твиттер? Мне надо успокоить свои нервы. А, говорят, от Орчида умер. Нага, которая... Кстати, да, точняк. Вы не обращайте на меня внимания. Такс. Да дайте мне прокрутить мой твиттер. В чем дело? Вот вы понимаете, что я уже, не знаю, минуты две, наверное, ничего толком не говорил, а в игре вообще ничего не произошло. То есть, в чем ваша проблема, ребята? Идите, подеритесь. Не, тут просто заняли две половины карты и фармят в надежде на что? Ну, в надежде на то, что керри сильнее окажется собственный. Но я даже не знаю. Тут опять все зависит от того, кто будет нападать. Если будут нападать с Энигмой и Фантомкой на Войда, и там ту же Нагасирену, то, скорее всего, успех будет за ними. Если же атака будет исходить от команды Гумба, вероятнее всего, выиграют именно они. Мы вот тоже этот момент много раз мусолили там с НСом, еще на The Summit, и зачастую все именно этим определяется. Готовы ли вы сами нападать? Понятно, что враг будет как-то там позиционочку держать и все такое, но вы все равно... Когда ведете инициативу, вы понимаете, что вы хотите сделать и что будет, по идее, идти дальше. Ну вот, например, потрясающий тимплей. Просто невероятный. Тем не менее, все равно убивают эту Нагасирену. Уже в который раз эти свапы, станы, все происходит одновременно. Типа, что за скриптованность, ребят? Ну, соберитесь. Где? Так, ну и что тут у нас? Энигмочка, это Vengeful Spirit. Вот, хорошая хроносферка. И минус 2 тоже весьма уверенно. Ну вот, вот. Типа там напали, убили. Всех, кого поймали. Там, правда, одну нагу поймали. Ну ничего страшного. И здесь напали. Всех, кого поймали, тех же и убили. Правда, еще есть контратака. Причем весьма качественная от Шторм Спирита. Полетит ли он дальше? Не-не-не. Там 450 маны, не слишком много для того, чтобы летать. Dire's bottom tower is under attack. The Dire just can't resist attacking Radiant. Oh, cover your eyes! Dire's bottom tower is taking a drubbing. Так, тут спрашивают, Роман, некто Виталий Волочаев вчера сказал, что вам пора заводить детей, а вы тут дотку в 12 ночи комментите. Так, я-то уже завел, это ему пора, значит, заводить. В чем-то проблема. У меня все как раз по таймингу. Ой, да ладно, Вайпер, БКБшечка. Это, кстати, может быть его роковой ошибкой. То, что его просто убивают за время действия слипа. Там врывается эра прям под Войда, ловит еще и Сайленс. Ай-яй-яй-яй, как же больно. Просто невероятно больно.
Ну и его вот стоит эта Мартретка, которая ничего толком не может. Короче, нужна Энигма. Вот эти нападения частями, они, естественно, никаких результатов не принесут. Потому что команда, которая будет тупо больше, те, в принципе, и победят. Это понятное дело. Если у вас там нет Энигмы, основного спыла по факту, который заставляет врага суетиться, нервничать. Да, ну Энигма пушит топ, с чем мы ее и поздравляем. Вот, много она, интересно, напушит сейчас. Вот, вот. Отличный пуш. Хорошо. Ну и надо нападать, наверное, на фантомку. Есть ведь хроносфера, но нет пока манки Кинбара. Деньги есть, МКБ, почему у тебя еще нет в инвентаре экзист? Ну лол. Вот, вот, шарит чувак. Он, видимо, тоже подумал, типа, какого черта? Экзист. Соберись, похлопал себя там по щекам и докупил себе манки Кинбар. Ну тут просто шварк. И все, до свидания. Тоже винга. Непонятно, чем там. Не, опять же, понятно, чем она занималась. У нее опять есть варды. Но она опять умирает, так их и не поставив. Войд. Видел потенциальную жертву, но та уже успела благополучно скрыться. Фантомка. БКБ есть. Башер есть. Аджора пока нет. Есть ли тут у кого-то Владмир? Керас увидел. Уже неплохо. Нет, нет, Владмира нет. Действительно. Это косяк. Опять же, касаемся темы там командных артефактов, то, что необходимы барабаны, там, аквилы, мейки, пайпы. Чем больше, тем лучше этих самых артефактов. Макевич, вот, сами решили напасть. Правильно, 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 правильно. Только что обсуждали. Ты нападаешь, ты побеждаешь. При прочих равных условиях. Вперед! Убить! Нет, Войда сейчас найдут. И Войда сосирует в Black Hole. Прыгает еще и Фантомка. Очень много, между прочим, промахивается. Но Абиссал нормально решает вопросы. Конечно, захотячу, вероятнее всего, убить Рошана. Ой-ой-ой, слипчик. Рошана убивают. Прилетает Войд. Прилетает ульт Апаришина. Очень, кстати, хорошо долетает ульт аппарата. Войд еще здесь. Точнее, уже здесь. Нет, нет, Войда еще здесь. Кажется, нет. Вот он появляется. Хорошая хроносфера. И Шторм прямо в нее прыгает. Минус Шторм. Минус Фантомка, Винга и Энигма тоже едва живая отсюда улетает. Ну а Вайпер остается здесь. Это минус 4. Хорошо, очень хорошо сыграли Бумба Гейминг. Реально круто получилось. Тут пакован байбеков. Естественно, знают сейчас Lions, что лучше не идти, не лезть на рожон. Лучше немножко отступить и попробовать со свежими силами напасть на этих ребят. Они-то тоже вряд ли рожон пойдут убивать. Наверное. Да, ну вот такой вот был небольшой только что спарринг у этих коллективов. Выяснили они, кто все-таки круче. Выяснилось, что обе команды одинаково сильны могут быть в определенные промежутки времени. Но здесь два нереально сильных лейта. Это Нага Сирена и это Faceless Void. Faceless Void уже практически в 6 лотов запакован. Там ему немножко осталось. Нага Сирена точно так же. Здесь вот всем этим товарищам еще есть к чему стремиться. Ну, посмотрите на этого Шторм Спирита. Он по сравнению с Войдом выглядит как, ну, я не знаю, как нищеброд. Орхид, Линка, там, ПТ, Алтимейт Торп. То есть, вроде артефакты неплохие. Вроде даже ты
смотришь там просто на Netforce, и там отставание на 4000. Ну, как бы не страшно, да? Казалось бы. А по факту на тебя просто прыгает Void с Момом под хроносферой и уничтожает тебя вот за эти там 4,5 секунды. Вообще без шансов. Да, это мы еще там про ульты апаришнов не говорим. Ну, продолжается. Продолжается безупречный, потрясающий, красивый тимфарм. Вот я врубаю крипов, и мы смотрим, как их количество продолжает расти. Команды будут сходиться, расходиться, вероятно, только при появлении Рошана, при исчезновении, там, не знаю, Аегиса или еще что-то в этом духе. Короче, пока они еще не уверены в себе. Поэтому, естественно, никто драться не пойдет. Давайте же мне что-то пишите интересное. Сколько можно смотреть на этот унылый фарм? Как тебе грядущий патч, спрашивают. Да, обычный патч. То есть, каких-то супер радикальных изменений вроде замечено мной не было. Ну, несколько там, моментов приятных. Там Вирм, например, ледяной дракон скоро уже будет. Это тоже радует. Сундук, из которого выпадает сундук, в который можно положить сундук, чтобы кому-то что-то подарить, это тоже радует. Ух. Так смачно я чихнул. The direst elements are pelting Radiant's bottom tower. Ну, в действительности, обратите внимание на интересный факт, то, что 4 игрока с типа лучшими крипстат, ладно, у нас тут про крипстат немножко попозже, у нас тут убивают людей, фантомка все-таки догорела от айсбласта, и башек с первого, нет, не проперла, ну ладно. Так вот, типа лучшие крипстаты, вот они где, а нетворсы, вот они где находится. Там еще Элдер Титан, кстати, недалеко. Ну, там, да, фрагов много уже начинают вести. И, естественно, Нага Сирена. Безудержная фармящая Нага Сирена. Так, тут что, у нас вайперы типа решили убить? Похоже на то. Нага, отжимай. Ах, чуть-чуть рановато. Чуть-чуть рановато. Ладно. Вы видели, что только что произошло? Напали на Нагу два сильнейших героя команды Lions, ну, за исключением Phantom Assassin. И что они, что Нага им сказала? Не сегодня, верно? И эта Нага еще была без Тараски. Тараска не за горами. И наконец-то на вражескую половину забрались Гумба. Причем действительно забрались. Вот-вот, начали поджимать, заходит сюда иллюзии, заходит иллюзии по миду также, Void прыгает, и хроносферу ставить не стал. У него, между прочим, еще есть Аегис. Ой, да ладно, как же он четко подловил ты Энигму! Сразу же пошел свап, но Вингу, естественно, убивают. Вот топоришин залетел, и Void просто решил отступить. А почему он решил отступить? У кого какие версии? Почему именно сейчас, когда два игрока команды противника находятся в таверне? Напиши тебе что-то интересное, будь здоров. Спасибо и спасибо. Ну и вот, наконец, командные айтемы. Владмир у Энигмы. То, о чем я говорил. То, что они реально нужны. Без них той же фантомке будет, ну, не так комфортно. Это все равно проценты урона, это проценты отжора, это лишняя жизнь во время замеса, это лишним не бывает. Ну, так скажем. Такой агрессор этот Ремен. Идешь, ты значит идешь по лесу. И
из леса в тебя просто вылетает сетка, и какое-то существо убегает в ужасе обратно. Типа, ты думаешь, что за хрень? Я не знаю просто, чего добиваются сейчас Lions. Они добиваются того момента, когда просто прыгнет Void и убьет всех в соло. Вообще в соло. Ну вот Дизраптор пока убивает Вингу. Там без Войда, естественно, не обошлось. Void. Ну развернись и дай по щам. Чувак. Ты чего? БКБ, хорошо, слип. Для чего? Энигму задерживали слипом? Скорее всего, да, разлом. Войд ставит хроносферу. Начинают убивать Энигму. И убивают. С горем пополам, но запилили. Энигму мне запили. Ну и Оуныч. Действительно, Оуныч. Безусловно, Оуныч. В очередной раз Lions проигрывают замес. И с каждым таким проигрышем они только укрепляют позиции противника. Конечно, там уже некоторые герои фактически полностью дособирались. Вот что это такое? Тут бэктреки. Нет бэктреков. Нормально получилось в итоге. Я в действительности не ожидал. Я думал, что только я просто такой неудачник на войде, у которого бэктреки не работают. Но, как оказалось, у этого войда примерно такие же проблемы. О, тут breaking news. Lost наконец-то женился, с чем мы его, собственно, и поздравляем. Теперь у нас еще одного женатика больше в компании. Так, попытка забрать Рэмэна. Хорошо, запиливает его Мартредочка. Мартредочка, правда, еще не добила, но вот оно близко, почти. И Шторм, Глимс, тут Дизраптор, нет, выжил Шторм, выжила Мартредка. Мартредка, вот, все, начинает отжираться. Правда, Энигмы здесь не было, она за счет доминатора никого... А, не была! Это все Владмир, тогда это все Владмир. Все, так и запишите. Это все из-за Владмира. Нет, ну ладно. БКБ, Сатаник и Абиссал. Тут еще Battle Fury имеется в этом джентльменском наборе. До Сатаника, правда, можно его и сейчас, наверное, прикупить. Теперь вопросом должны задаваться Гумба. Какого черта мы не выигрываем каточку? Ну, то есть, должен прыгать Void и убивать всех, кто попадет в хроносферу. Пока что он этого не делает. Почему? Первый возможный ответ, потому что мало урона. И отчасти это верно. Ой-ой-ой-ой-ой, как же больно. Почему это верно? Потому что БКБ урона фактически не дает. Майлштром, вернее, Мьёлнир, он типа дает. Так, сейчас вот видите, хорошо, очень быстро убили фантомочку. Да, Мьёлнир, он как бы дает, но такое, не особо его сильно ощущаешь. Да и Далос, возможно, стоит собрать. Ну, да и Далосы просто бить... Лица. Dire's Courier has been killed. У Dire's Courier было 7400 Netforce. Там был Midas Exista и МКБ RMN. Поздравляю. RMN просто уже не знает, что ему еще собирать. С жиру бесится. Купил себе Dagger. В результате остался без МКБ сейчас на 3 минуты. И тут дагер. У всех дагера. Аганим-то у тебя есть? Есть аганим у Дизраптора. Тогда можно. Ну, вот стабилизация экономики произошла. Как обычно это бывает после вот такой небольшой отдачи. Конечно, по-прежнему акции Lions ценятся достаточно низко. Но еще один успешный замес. И что это было? Что там делает Винга? Вот это сольная Винга. Чё она там забыла?
Да, так вот, либо МКБ. МКБ появляется, как мы видим, у Фантомки. С иллюзиями Наги лучше расправляться. Определенно это так. Сеточки, поймали Эдмазер. Тут Блэк Холл по троим, хорошо. Но заморозочка от Эйншента Паришина оказалась круче. Как мы видим, да и хроносфера была неплоха, скажем прямо. А Энигма тут успел уйти. Говорит, я дал Блэк Холл в троих. Где вы все упыри были? Там же изи катка вообще. Забрали пацанов, забрали Рошана, забрали игру. Очень забавно только что выглядело то, как Фантомка сделала минус. Так, чил. Через хиксулечку забирают. Ну и вот, вновь три героя в таверне. Сейчас-то вы пойдете хоть куда-то или нет? Для слабаков. Тут просто крипов. Ой-ой-ой, сколько там крипов идет! А дефи-то крипов нечем. Ну, разве что делать байбеки. Байбеки есть. Есть у Вайпера, у Мартретки, у Энигмы. Вайпера, да. Ну, двух из трех есть, да. Первый сделал. Но это... Чувак, там только что Блэк Холл давали. Куда вы разбегаетесь? Ну, лол же! Просто пойдите, убейте всех. Ладно, 20 секунд до хроносферы. Возможно, ждут ее. Я себя продолжаю успокаивать, то что команды не совсем некомпетентны. То есть они знают, что надо делать. А возможно и нет. Ну и опять, это действительно напоминает какие-то раунды, я не знаю, в боксе. Типа пошли, подрались 2-3 минуты, опять вернулись на свои места, там, не знаю, пофармили, отдохнули, опять пошли повоевали пару раз, опять разошлись, опять пофармили, опять отдохнули. Да, примечательная весьма игра. Ну и опять очередная затянутая катка, уже 59-я минута идет. Не верю, что мой чих был услышан. Да, возможно. На самом деле, я люблю жутко громко чихать. Но не могу себе позволить такую роскошь. Что за битва с иллюзиями? А, это... Этот товарищ разбирается. Сейчас, секундочку, надо камеру настроить. Я пока выясню, что там у Ласта со свадьбой. Это крайне интересная информация. Так, тут, ладно, начнется сейчас драка, всех поубивать, закончится игра. А я все пропущу. Такое иногда бывает, но в этот раз я не хочу подобное допустить. Че, я зря, что ли, сидел тут целый час, чтобы потом пропустить финал катки? Я не понимаю, что происходит. Гумба просто отступают, да, спешно там кто куда. А Лайонс идут, крушат, ломают все подряд. Вот сейчас, например, отличный врыв был от Дизраптора. Поставил он просто потрясающий вард. Внизу в это время идет атака на линию. Тут Войд напал, есть минус Винга. Дальше нужно убивать еще кого-то. Вот Вайпер начинает стревать. Драться вы собираетесь или нет? Типа, чувак, в чем твоя... Проблема, просто стой и дерись. Вот он, доедалус у Войда. Но с таким-то доедалусом уже сатаник, наверное, стоит собирать. А не с момом бегать. Пока только минус Айгис. Но пока будет воскрешаться. Да, умирает Нага Сирена. Что, все, Джуджейм. Пока еще, правда, не Джуджейм. Пока еще байбеки есть и у Войда тоже. Ну, вы смотрите, 2112. Это просто вскрытие какое-то, я не знаю, одним ловким взмахом вот этой вот царапушки. Кого-то поймали. А, Титана. Ну так, может, вы пойдете в атаку? Лайонс. На самом деле, немного странные коллективы, что одни, что вторые.
Ну и куда вы пошли? Кого пошли тут убивать? Элдар Титана? Ну ладно. Я же говорю, странные какие-то эти Lions. Там два типа автоверни ключевых, они вместо того, чтобы попытаться развести их на байбек, просто стоят во вражеском лесу. Ничего не делают, ждут, когда к ним крипы подойдут. Мол, окей. О, наконец-то пошел процесс. Причем сразу по двум фронтам пытаются продавить с этим процессом. И обратите внимание, что происходит. Падает рейнджовый варак на топе. Пока что только рейнджовая вышка пытается упасть на миде. Не так много урона по зданиям, как оказалось, игрока в центре. Там крипы вниз запушили. Надо эти дефить срочно. Так и есть. И что получилось? Получилось то, что почти забрали вышку по миду и почти забрали верхнюю линию, причем без потери. Все, можно завершать с этим анализом, и ребята идут дальше фармить минут на 20. Пишут, что Гумба трусы. Ну, я немного перефразировал, так им передай. Да у нас сегодня много команд достаточно трусливых, которые в момент, когда необходимо было принять хладнокровное, да, там, сложное, возможно, решение, они просто... А, пойдемте еще пофармим, пойдемте, у нас слишком мало айтемов, нужно больше фармить. Вот Эра, например, отлично зашел под гейм Дизраптора. Чувак. Ох, уж эти Lions. Я на самом деле хочу же, чтобы они проиграли, потому что действительно, ребята, с такой игрой, как вот конкретно сейчас, это, ну, не знаю, недостойно, наверное, победы. Потому что иметь возможность, как я уже говорил, хотя бы зайти по миду, хотя бы развести на парочку байбеков. Ну, боялись слипа Наги. Окей. Которая сидела в таверне вместе с Войдом. Ну что, начинает падать сторона. Там, кстати, не только сторона падает. Там еще в миде упала винга каким-то непостижимым образом. И просто ГГОП. Вот потрясающая игра. Я просто в восторге. То есть, пацаны фармили. И написали good game. Ну окей, как бы. Ладно. Очень странные вещи происходят. Ну вот, Last Hits, Naga Sirena 670, например. 1 час 4,5 минуты. Ненавижу на самом деле такие матчи. 0.16 Vengeful Spirit. Как вам такой показатель? Ну, 0.16. Да, там Шторм с Фантомкой нормально поиграли. 13-11, 13-12. Точнее, 13-11, 12-11. Умирали чаще всего, как мы уже говорили, Винга. Ну, а вот Войт нормально нафражил. 20 на 7, на 18. В любом случае, друзья, вот они результаты сегодняшнего дня.